кошмар. В прошлый раз я вам рассказывал про эту дорогу, про особенности этой дороги. Чем знаменита эта дорога? И когда построили эту дорогу? Поэтому на этом сегодня останавливаться не будем. Почему опять едем на Ташморю? По многочисленным просьбам людей Вячеслав и Алла опять организовали поездку на Ташморе. Мы там организуем дискотеку, искупаемся, какие-то игры придумаем. А сейчас, чтобы скучно не было, мы споем вам песню про узбекский край, про наш любимый Узбекистан. Наша корейская диаспора любит эту песню. Сейчас вместе споем эту песню. Почему эту песню? Это как бы процветущий Узбекистан. Какой гостеприимный народ Узбекистан. Вот такая песня. Çöpüydü mü çö? Вот мы опять собрались на Ташморе. Вот Вячеслав и Алла опять собрали людей по многочисленным. Сегодня будем гулять, танцевать, петь. А вот эта группа у нас сегодня впервые вместе с нами гуляет. Всем привет! Привет! Мы на отдыхе, на Ташморе. Вот, видите? Будет весело. Дай его. Все? Все, да? Все, да? Да, все. Все, можно купаться. Сегодня нас на Ташморе везет другой водитель. В прошлый раз был тоже молодой, интересный, веселый. Вот наш водитель. Хана Айкын Исмы Еркин. Кем сам? Еркин. Еркин. Еркин ма. Ташморе-да ишли апсан ма? Нима? Хана Айкын бы тасан. Ташморе-я гип япмаз. А? Ташморе-я. А. Агалар. Амалганы гип ап. А, шундай ма? Нет, молодые ребята дорогу хорошо знают. Нас стариков осторожно везут. Вот мы опять собрались на Ташморе. Вот Вячеслав и Алла опять собрали людей по многочисленным. Сегодня будем гулять, танцевать, да. Петь. А вот эта группа у нас сегодня впервые вместе с нами гуляет. Всем привет! Привет! Мы на отдыхе, на Ташморе. Вот, видите, будет весело. Все, да? Да, все. Можно купаться. Да, ничего не успеем, все успеем. Здесь у нас сидит вон Татьяна Андреевна, наша знаменитая певица, которая на конкурсе 60+ заняла первое место. Да, да, праздник, праздник. Сегодня праздник у нас. Сегодня праздник у девчат. Вот уже люди подкрепляются. Сейчас подкрепятся, будем гулять. Вот люди подкрепляются, как какой стол
у них. В прошлый раз она была, по-моему. Кто была? Я одна была? Нет, здесь. Да, я была. Мы все были. Да? Ну, кто много танцует, их запоминаю. А кто сидит, их не запоминаю. О. А почему спиртного не видно? Ну вот. Почему спиртного не видно? О, вот. А то без спиртного не интересно будет. На, давай, улыбайся. Какой хороший стол. Вам подкрепляют, а сейчас будет вот Альбина, которую много-много лет не видел, а? Это слава организатора. Я буду Усахова. Моя сестра, все дамы мои русские. Я 20 лет там в Одессе ездил, когда мы кушали. Зелень. Это Коша. Я, Слава. Слава, это Коша. О, очень рада, меня Слава. Организатор. Вот мои старые друзья и знакомые. А это в прошлый раз вы встретились, да? Помню. Я все помню. А здесь сидит моя старая знакомая, вот рукой машет. Мы с ней лет 10 знакомы, правда, по сайту, но так тоже давно общаемся уже, так ведь? Но почему-то вас мало, куда все, купаться ушли? Приборы я вижу. А, не приехали еще? Группа приедет? Нет. Танцевальная? Нет. Да. Здравствуйте, здравствуйте. О, какой стол у них, посмотрите. Ну да. Нужно хорошо подкрепиться, чтобы хорошо погулять. Так ведь, да? Плавать же надо. Правильно. Тарелку дайте, а? А здесь уже сидят наши. Вот вся наша группа. Петя, идемте кушать. Да, мне некогда кушать. Мне работать нужно. А ну-ка посмотрим, что они здесь. Нормально. Надо было принести все серебро. Нужно? Да. Кто перец зеленый хочет? Не кушать. Я люблю. Страдаю, не люблю. Нет, она горько намазала. Улыбаемся, нас фотографируют. О, нас. Вот какой хороший стол у них. Ну еще бы. Сколько еды. Идемте с нами. Сунде, все есть. Вот 100 грамм предлагаю. Да, потом, давай. Потом. За море давайте, за море. Это? Хорошее место, шикарное. Смотри. Хороший отдых, хорошая закуска. Всем приятного. Хорошие отдыха, мужчины. Приятного отдыха всем. Хорошие мужчины. Валерий. Купаться будем? Будем обязательно. Отлично. Обязательно будем купаться. Вот закуска. Да, это любой закуска. Вот подкрепляет. Я вижу у всех на столе еды с избытком. Чего только нет у них. Ой. Как это надо, шпроты или да, как да. Он? А сиритоги хотите? Спасибо, потом. Сиритоги есть. Все есть, блинчики есть. Блинчики, кимбаб, что хотите? Посмотрите. Хороший отдых. Да, и всем приятного отдыха. Спасибо. Я смотрю, они еще не распаковали, что ли? А? Уже поели? А, хотел ваш стол показать. Смотрю, все упаковано.
Я хочу белый быть, поэтому. Вы нас я его пока снимать не будем. Когда она разрешит, я сниму. Шею, шею тоже, шею. Вот, инге сзади тоже. Да. Женщинам как сложно, да? Чтобы искупаться нужно. Потом после купания опять, наверное, да? Ладненько, отдыхайте. Вот гость из Бухары. Любуется нашим Ташкентским морем. Снимаю тоже, видик небольшой, да. Фотографии. Посылаю своим друзьям, родственникам. Да, мне было приятно с ними знакомиться, когда я был в Бухаре, с их хором познакомился. Это музыкальный руководитель того хора. Я не помню, как хор называется. Да, это Бом, весна, весна, Бом. Вот так. Может, еще увидимся где-то. И нам тоже приятно, что вот к нам приезжали вы, Петр Цой, снимали нас, ходили с нами в старый город, мы общались. Да. Ваши видеоблоги тоже смотрим. Они показали мне старую Бухару, что там, как там. Мне было очень приятно с ними один день провести. Спасибо. Вот как здорово! Давайте рукой машем, как хорошо нам! Вода отличная! Ой, как хорошо! Давайте я подержу и вас фотографирую. Нет, не холодно. Да, меня не надо. Ой, вот так мы купаемся. Они хотят, чтобы я тоже в кадр вошел. Не буду. Да с моря, ура! Когда она весом топится, можно подумать. Море. Сколько там весит? 60 килограмм. Ты на катерке? Я? Да. Нет, я боюсь. Нет, просто мне команду надо. А? Команду я боюсь. Теплая вода. Ты дна не достаешь, да? Вот, еще замерз. Сюда, Лиля. Вон, с ними вместе. Они глубоко. Там не глубоко, они стоят. Стоят они все. Стоим. Вода холодная. Вот теплая. Самый раз. Самый то. Самый раз. Пока я доплыву. Повернись. Вода отличная. Не холодная. Хорошая вода. А ну-ка рукой помахали все. Ой, какие молодцы. Ой. Русалки. Вот, друзья, пошли кататься на катере. А что, это мало вас совсем? Идемте, не пойдете, Петр? Идемте. Не, моя не хочу. Поехали.
2023 года мы снова здесь. Здесь, в зоне отдыха «Оазис» на берегу Ташкентского моря. Мы рады всех вас приветствовать здесь, сегодня, на этом месте. Это вторая наша выездная дискотека по многочисленным заявкам. Было очень много звонков, просили еще раз организовать выезд. И вот мы сегодня все здесь. Спасибо всем, кто откликнулся на наши просьбы и приглашения. Спасибо за вашу мобильность. Спасибо за то, что вы есть. Есть вы, есть дискотека. И мы очень рады всех вас видеть здесь. И сегодня, как и в прошлый раз, у нас будут конкурсы, танцы, призы в разных номинациях. И просьба такая, будьте активными везде, и в танцах, и в конкурсах. И нашу дискотеку сегодня откроет Татьяна Андреевна, победитель 5-го конкурса 60+. Ура! Давайте все вместе поаплодируем. Ура! Себе и Татьяне Андреевне. Ура! Ура, дорогие друзья! Ура, ура, ура! Мы очень рады видеть вас сегодня здесь, вместе с нами. Хорошо, что вы есть. Хорошо, что вы с нами сегодня снова отдыхаете. И для вас я подготовила несколько песен. И пусть эти песни украшают вашу жизнь. Пусть будет вам хорошо на душе. И пусть вам сегодня действительно отдыхается. И я, конечно, хочу спеть песню. Мы живем в очень красивой стране, в Узбекистане. Столько солнца, столько воздуха и столько воды. И сегодня мы можем насладиться этим. И для вас сегодня, пожалуйста, я хочу же еще спеть нашу корейскую песню. Живите с любовью, живите ради любви. И пусть вам любовь всегда сопутствует, помогает в жизни. Так, маэстро, пожалуйста. Ну,
виновных мест. Но где ты вдали не бродил, все равно ты помнишь, встречая рассвет.